7 апреля Елабужский институт Казанского федерального университета посетила делегация Крымского федерального университета имени Вернадского, города Симферополь, во главе с проректором по инновационной деятельности и перспективному развитию Владимиром Полющуком. Руководство Елабужского вуза во главе с директором Еленой Мирзон провели для своих крымских коллег экскурсию по музеям, лабораториям и учебным кабинетам института. Дух старины и истории, которым пропитан образ вуза, в сочетании с современной материально-технической базой, информационными и образовательными технологиями, был отмечен гостями как изюминка Елабужского учебного заведения. Так как мы живем в Республике Крым, а вы в Республике Татарстан, федеральное устройство самого субъекта федерации подразумевает, так сказать, родственное соотношение наших республик. Мы имеем соответствующие взаимоотношения Республика Крым и Республика Татарстан, и, наверное, сам Бог велел нам и дружить университетами. Мы изучаем опыт и много наслышаны о успехах и возможностях Казанского федерального университета, его структурных подразделений. И, конечно, нам интересно изучить, так как мы опыт наших казанских коллег, и взять для себя все то самое лучшее, что есть. Естественно, что нахождение субъектов федерации территориально, оно влияет на свою специфику каждого университета. Побывав здесь, мы очень многое увидели. В какую бы мы аудиторию ни заходили, это историческая, историки или филология, мы везде видим современные информационные технологии, использование образовательных технологий, те, которые имеют возможность сегодня, ну, будем говорить так, быть превосходны над европейскими технологиями. Владимир Полющук заметил, что уже на данном этапе можно говорить о имеющихся вариантах для дальнейшего продуктивного взаимодействия вузов. Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ.